Девчонки, я сейчас вам кое-что покажу на лице, только вы не пугайтесь. Это такая вот маска, сейчас закончится процедура, и я вам расскажу поподробнее, что это такое. Ну так вот, это то, что было у меня на лице. Это маска Денес Космо, которая продается в Фаберлик. Я вам ссылочку оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Можете перейти, зарегистрироваться в Фаберлик. Я вашим помощником буду по всем вопросам. И у вас будет начисляться кэшбэк от каждой покупки от 15 до 26%. Это маска лично косметолог у вас на дому. И действует она по принципу микротоков. Я вот, знаете, сама тестировала ее уже третий раз и увидела результат с первого же раза применения. У меня подтянулось лицо, ну это прям как-то, знаете, такой мгновенный эффект. Он незначительный, то есть у меня на место лицо не встало, то есть каркас лица не приподнялся. Но у меня, например, есть глубокая межбровная складка, и она у меня даже после первого применения стала, ну не то чтобы еле заметная, она у меня есть, но она не настолько ярко выраженная стала. У меня носогубные складки стали более ровнее, представляете, за эти три процедуры, то есть я полностью убедилась в ее эффективности. Она не дешевая маска, она стоит 8 или 9 тысяч, по-моему, по ценам каталога, но так как у вас начислится кэшбэк 20%, то ее фактическая цена получится, ну сколько, 9 тысяч минус 20%, ну около 7 тысяч где-то она у меня вот во столько обошлась. Она здесь работает на двух режимах. Это маска не одноразового использования. Одна процедура микротоков, по-моему, в Москве я смотрела, стоит от 1000 до 1500. Таких 10 процедур нужно пройти. Учитывая, что 10 процедур, да, 10 мы умножим на 1500, даже если на самую минималку умножим на 1000 рублей, то получается вы за 10 процедур отдадите 10 тысяч. А эта маска стоит... Получается 9 тысяч, за минусом скидки 7 тысяч. Вы ей будете пользоваться не единоразово, то есть не один курс. Она рассчитана где-то примерно на 60 применений. А потом вот эту вот маску можно купить отдельно, дополнительно за 2,5 тысячи рублей, потому что девчонки говорят, она окисляется. А в комплекте идут вот такие вот таблеточки, сейчас я вам покажу. Это маски. Кстати, подскажите, где продаются вот такие вот штуки? Это тканевая маска, она видит в спрессованной таблетке. Ее нужно размочить в растворе, в физрастворе. Он дешевый, там стоит какие-то копейки. Я наливаю на эту таблеточку, и она распрямляется, и получается вот как такая тканевая маска. Вы ее сначала на лицо, как бы, ну, не наносите, а приклеиваете к лицу, а сверху уже одеваете вот эту вот маску. Здесь липучки есть, одеваете эту маску, ну, как видели, как она у меня была на лице, и выбираете режимы. Здесь есть два режима. Один режим лимфодренаж и другой режим питания. Она применяется курсово, то есть 10, от 10 до 14 процедур. Один день, по-моему, питание, потом третий день лимфодренаж. Это так написано в инструкции к этой маске. Но я ее применяю вне инструкции. Я ее сразу, знаете, как это, мне надо все сразу. Я ее включаю на два режима. То есть первый режим 15 минут. Каждый режим он длится 15, по 15 минут. Лимфодренаж 15 минут и питание 15 минут. Я сначала включаю ее на режим лимфодренажа, потом включаю ее на режим питания. Я сейчас вам покажу, как это действует. То есть оно вот включается. Это вот режим у нас питания. И вот таким вот образом мы переключаем на режим лимфодренажа. Включаем кнопку play и прибавляем мощность. Либо сильнее покалывает, либо слабее. Но покалывает не сама маска, лицо как таковое не чувствует, а вот эту штуку прикрепляешь на запястье, и вот не на запястье, а на предплечье. И вот как раз предплечье ощущает вот эти вот эффект покалывания. Почувствовала я с первого раза, с первого применения, то есть лицо как-то ровнее стало, тургор, то есть вот это вот как, оно не обвисшее было, как у шарпеи, а вот такое вот как в тонусе, скажем так, было. И действует по принципу микротоков, то есть это у вас ваш косметологический такой косметический аппарат на дому, то есть вы можете сами себе делать процедуру. Вот эти масочки у меня закончатся, можно делать с любой другой тканевой маской. Сейчас я вам покажу. Ну, мне бы хотелось просто, чтобы они пропитаны были.
каким-нибудь, ну, физраствором, а у нас есть вот такие вот тканевые маски, вот такие тканевые. То есть с любой тканевой маски, любой компании вы можете использовать вот эту вот маску. То есть сначала одеваете любую тканевую маску на лицо, как бы прикрепляете, не знаю, как по-другому назвать, а потом уже сверху одеваете вот эту маску. И она на влажное лицо, через какое-то время сама отключается. На влажное лицо как раз вот дает вам поступление токов от этой маски, ну, то есть как проводником служит. Влажная поверхность служит полупроводником или проводником. Я физики не сильно. Так что вот так вот. Всем советую, девчонки. Хотя писали мне на первом канале, когда я показала, что она нифига не работает. Но вот даже на моем не сильно, скажем так, убитом лице эффект заметен. И я видела фотки до и после. Может быть, на каком-то действительно не работает, но могу со смелостью рекомендовать, со 100% уверенностью вам рекомендовать эту маску. Так что так. Но я, знаете, я не хочу использовать тканевую маску, а пропитанную каким-то составом. Хочу просто вот обычную с физраствором. И поэтому мне нужно где-нибудь найти вот такие вот прессованные таблеточки маски тканевые. Только 8 штук идут в комплекте, а получается курс состоит первый из 10 процедур. То есть мне хватит на 8, и еще нужно будет 2 где-то потом впоследствии найти. Если не найду, то буду вот с той маской, с которой я показывала вам, использовать. Ну вот вроде бы я все так рассказала. А у кого есть деньги, девчонки, кто вот ходит к косметологам, во-первых, времени будете терять. Это, конечно, не исключает похода к косметологу, кто привык там колоть себе какие-то витаминчики, но дома 15 минут можно найти отдел, и ваш помощник будет, скажем так, не в борьбе с возрастом, а ну, чтобы стареть красиво. Решила с вами поделиться, как можно организовать свое время вот в течение дня, потому что... Но есть вещи, которыми бы я хотела заняться, это своим здоровьем прежде всего. И очень часто такое бывает, что я настолько погружаюсь в работу, в какой-то процесс, что забываю, что у меня есть какие-то другие задачи. И чаще всего я закрываю глаза на здоровье на своем. И так как я была у остеопата, я купила Денис маску, которой сейчас активно пользуюсь, которую я вам уже показывала. Зрение хочу немножко поправить свое, привести в порядок, лицом занимаюсь и так далее. И чтобы хоть как-то разграничить вот этот вот свой ежедневный список дел, я решила завести такую вот табличку. Валик это мне порекомендовал делать. У меня в области позвоночника есть определенное отсутствие гибкости в определенной его части. Поэтому остеопат мне сказал, чтобы я сделала валик из полотенцев. Можно его сделать и ложиться на этот валик, лежать там, по-моему, по 10-15 минут. Денис маска, суставы Денис, которые я делаю с платформой Рефлекс, березку тоже нужно для гибкости мне. Плуг для гибкости позвоночника, березка для, ну, чтобы не было застойных явлений в области малого таза, так как я веду сидячий образ жизни по большей своей части, и поэтому в нижней части, да, в нижней части организма происходит как бы застойные явления, это может и к спайкам привести и так далее, поэтому очень важно делать березку. Это я вам делюсь просто теми рекомендациями, которые давали мне врачи. Может быть, у вас есть похожие какие-то ситуации. Мне давал врач. То есть остеопат, он тот же самый врач с медицинским образованием, как все из вас многие. Ну, не все из вас, многие из вас любят апеллировать тем, что как могут советовать люди без медицинского образования. У меня на этот счет есть свое мнение, о котором я тоже уже неоднократно говорила. Но это врач с медицинским образованием дал мне вот эти вот упражнение это валик подкладывать, березку делать и плуг делать. И коврик с шипами, это я же уже сама себе прописала. У нас есть такой вот ортопедический коврик в Faberlic. И на нем надо ложиться. Но вот видите, вот я вчера пропустила, валик пропустила и плуг, и коврик. Упражнение Кегеля тоже очень полезно для предотвращения застойных явлений в области малого таза. И Денис очки. Это я для зрения применяю.
И вот, допустим, вчерашний день у меня был. Валик не делала, плуг не делала, коврик. Сегодня тоже мало что делала, потому что занималась съемкой для вас. Но вот сейчас попытаюсь нагнать упущенное. В принципе, если я так... Но взяться за этот комплекс, то можно сделать в течение часа-полутора часов. Может быть, вы для себя возьмете на заметку, как можно при наличии большого списка дел успевать. Ну, дел, которые нужно делать ежедневно. Как можно не забыть ни про что и успевать. Хотела такой листочек на формате А4 заполнить табличку, повесить где-нибудь на видном месте, но решила пока в блокноте. То есть ввести это в привычку, написание, отмечание, и потом, может быть, как-то красиво оформлю уже, повешу на видное место. И еще сегодня хочется мне поделиться с вами лайфхаком. Наконец-то захотелось мне, ну, как-то вспомнила я о том, что не мешало бы мне прокрасить брови. У меня вообще были раньше в детстве шикарнейшие брови. Я как-то выкладывала видео со своими волосами, с теми прическами, с теми стрижками, которые я носила, с тем цветом волос. Я была абсолютно любая, разная. Я была и блондинкой, прям такой вот махровой блондинкой. Я была и с рыжими волосами, и с красными волосами, и с черными. То есть какая я только не была. И там у меня были фотографии 20-летней, по-моему, давности, где у меня такие были широченные брови, очень черные, красивые, которые достались мне от моего дедушки, потому что он у меня был казаком, а у них вот такие вот кустистые, то есть у него вот эти брови, они сохранились там до самой смерти. И сейчас они у меня такие вот более бледные, не такие черные, как вы сейчас видите, то есть я их прорисовываю тенями для бровей. И хочу поделиться с вами лайфхаком, как прокрасить аккуратно брови. Вот я сделала уже их, то есть нарисовала ту форму, которая мне нужна. Я сегодня снимала видео, естественно, окрасилась. И вот я буду окрашивать брови, не смываю косметику. Тем самым у меня сохранился трафарет, да, той формы, которую я хочу. Ну, можно еще немножко подкорректировать как-то, но, по крайней мере, форма у меня задана. Ту форму, которую я обычно ношу. И, собственно говоря, по этой форме я буду и прокрашивать краской для бровей. И мне обычно эта краска держится 2-3 недели и позволяет мне 2 недели точно не красить брови. И когда у тебя брови, они прочерчены, да, более четкие у тебя и лицо, оно становится... Ну, как-то ярко выраженнее, что ли. То есть брови, если у вас накрашены, они вот задают и форму лица, и если ты стал, у тебя на месте брови, да, хорошо очерченные, прокрашенные, если у тебя есть накладные там ресницы, то все, тебе можно уже не краситься, ты уже хорошо выглядишь. Если формы нету бровей четкой, то, ну, любая, поэтому сейчас многие татуаж делают бровей, любая девушка, ну, с утра может быть не айс, скажем так, хотя, естественно, красота тоже для многих имеет колоссальное значение. Я знаю тех мужчин, для которых, ну, вот, естественно, красота, она даже ближе. А какой я краской крашусь, я вам сейчас покажу. Это я по рекомендации купила, Рефектоцил краска называется, оттенок у нее 3. Он такой натурально-коричневый, но на самом деле он темный. И я люблю, когда у меня брови чуть ярче, чем мой естественный цвет волос. То есть, ну, обычно принято подбирать оттенок бровей под волосы. А они у меня, как вы видите, такого вот пшеничного цвета. То есть, по идее, мне бы посветлее брови подошли. Но я люблю, чтобы был такой яркий контраст, акцент на глазах. И даже если, допустим, вы не делаете макияж глаз полный, там без теней, если брови у вас контрастные, помада контрастная, это очень красиво смотрится. Но это лично на мой вкус, потому что вкус все-таки у всех разный. И вот такую вот красочку я беру, развожу. Тоже можно купить, было бы Рефектоцил, но у меня на тот момент, когда я пришла в магазин, два раза пыталась застать, и этого окислителя не было, подходящего к этой краске, то есть одноименной фирмы, к этой же самой краске. И пришлось мне купить Лондон. Тоже, говорят, неплохое. Развожу, знаете, вот в пропорции на глаз все делаю. И
На брови 10-15 минут, 20, можно 25 минут походить, и все. И 2 недели вы можете забыть о прокрашивании бровей тенями, либо там карандашом, чем вы привыкли делать. Неделю уж точно, вот выходите и прям вот... Я кайфую от этого состояния, но не всегда почему-то мне руки доходят для прокрашивания. Ну, так что вот так вот. Я уже не буду вам показывать этот процесс. Можно наносить ватной палочкой, можно наносить в комплект входит, по-моему, здесь у меня лежит что-то вроде пластиковой лопаточки. Кто-то наносит специальной кисточкой для бровей, той, которую вы обычно красите. Можно ей уже, ну, если не боитесь испортить, либо можно отдельную какую-то завести. Краски вам это хватает надолго. Она пусть и стоит там сколько-то, я не помню, там 200 что ли рублей, может подороже. Но, по крайней мере, вам хватает ее на большое количество времени. На год, на два. Учитывая, что это краска для бровей, даже ею можно пользоваться и с вышедшим сроком годности. Так что вот так вот. Надеюсь, мой советик, лайфхак вам был полезен. У меня тут доставка от Узбечки. Решила заказать. Я впервые делаю доставку на офис. Тут вот служба доставки. Впервые через эту службу доставки делаю заказ. Знаете, в последнее время мне что-то так не хочется готовить. И я понимаю, что, знаете, как пойдешь в магазин, на 3000 закупишь продуктов, потом из этих 3000 еще нужно что-то там приготовить. И тратишь на это время, потом на то, чтобы помыть посуду и так далее. То есть на меня одну проще, девчонки, просто вот купить что-то. Купить, заказать. И, знаете, бывает так периодами, мне хочется что-то кудесничать, что-то новенькое, такое вкусненькое делать. Вот в последнее время вообще ничего не хочу. У меня даже организм сам не понимает, чего он хочет. Бывает такой периодами. Сейчас мы посмотрим, что я там взяла. Что я там взяла? Все упаковали они тут. Правда, за упаковку еще плюс 60 рублей. Вот этой службы доставки можно делать заказ с одного места не меньше, чем на 500 рублей, еще плюс доставка 100 рублей. Я сначала собрала сборную солянку, я из дом кафе заказала, из Синабона заказала. В итоге мне перезвонили, сказали, что только можно с одного места заказать на 500 рублей. Взяла я шурпу, что-то мне захотелось вот именно солянки. А на солянку, я, девчонки, просто делала солянку, на нее там нужно покупать и кабачки, и баклажаны, и томаты, и все это еще готовится. Нет, я решила пас. Лучше возьму, собью охотку заказанным профитроли, светломая с баранины. Баранину просто обожаю. И профитроли заказаны, и они сказали, что какой-то десерт мне идет в подарок. Вот эти профитроли. Десерт в подарок, я так понимаю. Чак-чак. Ну и фирменный десерт. И что у нас тут? Все горяченькое. Я все не съем, естественно. Тут какой-то соус еще есть. Сметана, наверное, что ли. Вот. И сейчас включу Гарри Поттера. Это, наверное, что-то супчик. Супчик моя соляночка. А это... кстати, весит так немало. Смотрите, тут вакуумная упаковка. Ну, просто первый раз заказываю, даже не знаю, как, что упаковывать. Вакуумная упаковка. То есть я смело могу поставить в холодильник и разогреть потом в микроволновке либо сегодня, либо завтра. Вес такой нормальный, приличный. Так что выгоднее, девчонки, если вы живете одна, вот, например, как и я, выгоднее заказывать готовую уже еду. Не тратишь время на готовку, уделяешь времени себе каким-то своим увлечениям, развлечениям, не моешь посуду, и еще плюс ко всему за это время лучше я заработаю деньги на ту же самую еду. И все равно так вкусно я не сделаю. Вот такое разнообразие, такое количество блюд. Это профитроли, должны быть с каким-то наполнительным, сладким, вкусненьким. Смотрите, там клубничка лежит свеженькая, мята. Посмотрите, какая вкусняшка. Просто, наверное, такое объедение будет. Ням-ням-ням. С его-то я и начну. Девчонки, в последнее время все чаще и чаще меня спрашивают, чем я крашу брови. Краской или тенями, или хной. Хной я не крашу, я вам показывала
не крашусь. Я вам показывала краску, которую я красилась. Я настолько редко о ней вспоминаю, что в основном я не крашу брови вообще. Ну, раз, наверное, в полгода, если я прокрашиваю, то хорошо. Хотя нужно это как-то просто ввести в привычку. И до этого я всегда, и до этого, и сейчас, я в любом случае крашу я или не крашу брови, но чтобы вот такие вот они четкие были, графичные, их все равно нужно будет подрисовывать, потому что краски недостаточно. Обычно краска прокрашивает, но где-то оставляет не то чтобы проплешины, но где-то просто заполненность волосков больше, а где-то заполненность меньше у самих бровей. И поэтому я дополнительно все равно подкрашиваю тенями. До недавнего времени у меня была всего лишь одна палетка. Это вот такая вот палетка от Марии Вэй. Видите, она вот такая уже не то чтобы слегка потертая, прям даже очень потертая, потому что я активно ее пользовалась. Часто очень красилась конкретно именно этой палеткой тени для бровей. Вот я вам сейчас навряд ли вы увидите, но почти вот вровень, скоро еще чуть-чуть и появится у меня здесь дырочка. Дно появится, потому что я очень активно, наверное, последние 2-3 года пользовалась именно как раз вот этими тенями, но они больше подойдут блондинкам, шатенкам, может быть, я брюнетка, то есть у меня, несмотря на то, что волос такой вот более натуральный, естественный, брови у меня черного цвета, и она немножко мне давала блеклый оттенок, даже не немножко, а вот ну, нормально давала мне. Это, знаете, как обычно делаешь татуаж, и вот когда татуаж по мере со временем как бы стирается, и появляется вот этот вот какой-то некрасивый красно-кирпичный оттенок. Вот он такой оттенок мне и давал, этот оттенок бровей, оттенок теней бровям моим. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Он светленький, светлый для меня. Может быть, для кого-то он будет нормальный под светлые брови, а для меня это слишком слабоватый оттенок. Светлый. Потом я купила вот такую вот палетку. Это специальная палетка из Beauty Box от Marie Wei. Вот эти вот тени тоже. Это палетка, которая выпущена в Faberlic компании совместно с Marie Wei. Коллаборация у нас такая была. Кстати, ссылочку для регистрации я оставлю в инфобоксе к этому видео. Можете перейти, заполнить форму регистрационную. Таким образом у вас будет возможность заказывать на сайте Faberlic, присвоится вам логин и пароль, я буду вашим наставником, помощником по всем вопросам, и сможете заказывать и получать от суммы каждой покупки кэшбэк. И вот там есть такие палеточки, есть вот такая вот палеточка теней, а вот есть такая специальная палетка именно для тени для бровей. Но посмотрите, какая она шикарная. Эту палетку я брала с собой вот к родителям, когда ездила, потому что здесь очень классные оттенки, которые можно использовать не только в качестве прорисовки бровей. Эта палетка универсальная, то есть она подойдет и самым светленьким, и у которых там больше рыжины, рыженьким, и брюнеткам подойдет. Я исключительно брала только вот из-за этого тона, потому что он мне больше всего, как я думала, подходит. Но и этот тон слегка темноватый для меня. Он, видите, такой больше в холодок, как эффект мокрого асфальта. Я не знаю, на руках есть ли смысл свотчи делать. Но сами по себе тени классные. Их можно использовать не только для прорисовки бровей. Но я ее брала в качестве дорожной палетки и пользовалась прям ею, как обычными тенями. То есть делала полностью весь макияж. Здесь в комплекте есть вот такая вот кисточка с щеточкой с одной стороны и для бровей с другой стороны. Но она тонюсенькая. Я обычно пользуюсь своей вот этой вот щеткой. Сейчас я вам покажу, где она у меня. Самая любимая моя кисточка, по-моему, сестра Пиксиву, не помню, как называется. Это я набор брала, и это единственная кисточка, которой я активно пользуюсь из этого набора. Все остальные 5 у меня лежат, но она идеально подходит именно для моей толщины бровей. А вот этой очень хорошо заполнять именно те места, то есть она тоненькая, тонюсенькая, то есть ей прям рисовать, корректировать те же самые брови можно. Ну, надеюсь, вы поняли меня. И вот еще появилась одна такая палетка, которая для век тоже. То есть вот эти вот оттенки, это матовые-матовые тени для век. Вот это вот сатиновые-сатиновые, хамелеонистые такие тени для этого. Ну, наша новая палетка тоже из Faberlic, тени для век. Эти для создания праздничного макияжа, эти можно дневной макияж делать. И вот это вот я приспособила, именно этот оттенок приспособила под брови.
И вот под тем видео, как раз когда меня спрашивали, я прорисовывала именно вот этим вот цветом. То есть, взяв вот эту тоже палетку с собой, вы можете не беспокоиться о том, что у вас не будет пудры, потому что вот это оттенок пудры, он немножко только желтоватый, желтит. То есть, сейчас у меня уже мой загар, он смылся, да, с течением времени, и мне этого оттенка, ну, перебора, если я наношу, он прям действительно желтит. Это тени, причем тени такие очень красивые, немножко перламутровые они, и дают розовый оттенок, красивый оттенок, очень цвет. И все, и вот эти вот тени, то есть один из которых вы можете оттенок использовать в качестве прорисовки бровей, в качестве коррекции бровей. Вот, я переменно пользуюсь то этой, это вот, знаете, как у меня, как рука ляжет, как, то есть у меня нет такого, что я подготавливаюсь как-то к макияжу. У меня нету даже в голове, когда я сажусь делать себе мейкап, никаких задумок. То есть вот села, бах-бах-бах, что-то у меня там рука куда легла, то я себе и нанесла. Ну, сейчас еще у меня девчонка есть знакомая, подружка, ну, наверное, подружку можно ее назвать. Она очень делает классные макияжи, и я ее макияжи себе сохраняю на телефон, это ее хобби, и когда у меня есть возможность, время, я их повторяю. Вот, недавно тоже делала макияж вот с этой палеткой. Так что три оттенка у меня, либо вот этот, вот в зависимости от того, какой я макияж делаю. Если более холодные цвета беру, то вот этот можно подобрать. Если более теплые, скажем так, цвета, розоватые, использую. Видите, он какой прям, он такой вот ядреный коричневый цвет. Набираются тени просто шикарные. Я очень люблю эту палетку, прям вот влюбилась в нее. Вот это тоже, видите, они чем отличаются? Эти вот даже темнее получаются. Вот этот вот оттенок. Сейчас фокусом у нас. Вот видите, вот эти даже темнее, но они коричневые. А эти более светлые, но они такие вот серые, черные, что ли. Так что они абсолютно разные. Ну, как вот рука ляжет, такие я и беру. Ну, что вот эти, что вот эти, что вот эти классные. Потихоньку готовлюсь к приезду родителей. Вроде бы ничего не купила, потратила 700 рублей целых. Вот. Думаю, дай-ка схожу я за лимончиком. За лимон мне нужен был. И думаю, если крем-суп будет майский по скидке, я ему куплю. Так-то у него есть другие корма, но он лучше ест витамины свои именно с крем-супом. Вот. Смотрите, значит, ты куда? Салат чуку себе взяла, сейчас укрою, поем. Нельзя голодный ходить в магазин. Жульен это готовый уже в кокетницах, как там написано, отдельно он ну, как бы лежит уже. Только поставить в микроволновку и приготовить. По составу посмотрела, в принципе, так неплохо. Не обошлось без усилителей вкуса. Ну да ладно, его где сейчас не добавляю. Так вот, на быстрый перекус, ничего не хочу готовить. Бабаевские конфеты взяла. Это к приезду родителей, у меня отец сладкоежка, поэтому в основном для него мармелад со вкусом дыни. Вообще мармелад очень полезно есть, потому что он содержит желатин, который для лица. Но, конечно, его в каких бы количествах не ел, это будет как в шумом припарка, потому что все-таки здесь очень много сладкого, то есть вы даже больше навредите себе, чем сделаете пользу. Вареники взяла, но это просто кину в холодильник. И потом захочу, например, что-нибудь покушать. А опять же, готовить не захочется, я просто отварю вареничков. Новая зимняя коллекция Риттер Спорт, имбирное печенье. Такого у меня только нету. Маме взяла, так как она у меня диабетик, горький шоколад с клюквенными ягодами. Мармелад чиа, но он с сахаром идет, по-моему. А вот этот вот зефир Экоботаника, он без сахара. И что у нас тут? Прянички, коровка. Мне коровка нравится вообще. Фирма Ротфронтовский. Очень вкусный. До сих пор еще делают разные конфеты, печенье и прочие вещи. Вафли у них обалденные, такие в маленькой упаковочке. Очень мягкие сами по себе прянички. Я их не особо люблю, но тоже взяла. Много сладкого к приезду именно родителей. И лимон, собственно говоря, то зачем я шла в этот магазин. Вот так вот это, смотрите, выглядит. Две таких, ну, маленькие, конечно.
Если бы не скидка, я бы их не взяла. Вот. Предпочитаю брать по скидкам, именно в такие периоды затариваю холодильник. А потом, когда мне что-то захочется, у меня полная морозилка всяких вкусняшек. Вот сейчас размораживаю. Креветки у меня остались немножко. Мне очень нравятся креветки в сливках. Немножко я добавляю лимончика, ну, так, чтобы не свернулся. Потом на сковородке обжариваю со сливками, то есть в сливочном соусе готовлю. Отварные мне не очень нравятся, я прям вот их размораживаю и прям вот так вот размороженными. Но если быстрее нужно, то я в горячую воду кладу. Если нет, то просто вот так вот размораживаю на сковородку, заливаю немножко сливками, а можно какими-нибудь травками посыпать, итальянскими травками. И все, и чесночка, да, кладу, кстати, очень классно с чесночком. Можно немножко оливкового масла для вкуса. На этот раз я положу вот такие вот травы. Какой у нас вот это тосканская итальянская кухня. Вот такие травки я туда засыплю. Ну и, собственно говоря, все. И будут у меня вот такие вот креветки с чесночным сливочным соусе. В итальянском соусе. А сейчас я буду салат чука есть. Вскрою упаковку. Он, кстати, вкусный такой. Но когда натурально покупаешь, этот какой-то цвет у него такой немножко странноватенький даже. Вот. И сделаю одну себе, один себе жульенчик. А, девчоночки, тороплюсь, хочу вам просто показать быстренький рецепт, как креветки можно сделать по-другому, не как это обычно стандартно, там, отварить их, залить кипятком, положить укроп. Значит, вот такие вот специи я положила, это у нас итальянские, тосканские, потом чесночок, мне очень понравилось с чесночком, только его чуть-чуть нужно, совсем чуть-чуть, не переборщить. Здесь у меня еще оливковое масло и немножко добавлю таких вот сливок. Все вот это вот потушу, прям буквально 5 минут под крышечкой, чтобы напиталось ароматами, и все, они готовы, можно есть, обалденные, вкусные, можно еще немножко перед подачей полить лимончиком, кто покислее любит. А еще посмотрите, что у нас творится за окном. Здесь тут вообще горка, можете себе представить. Хочу купить тоже таблетку и обязательно буду кататься, кто бы что ни говорил. Народу полно, горка большая. Вот себе тут рядом и пруд, ну не пруд, а речка, да. Вот там буду купаться летом, здесь кататься зимой. Очень классно, круто. Сюда даже, видите, приезжают на машинах, прям на машинах с детьми и катаются зимой. Классное местечко, мне очень нравится. Прям чиллаут. Место отдыха. Место жизни отдых, я бы так сказала. Я собираюсь по делам, но вас с собой не беру, потому что я хочу быстро сделать, не вытаскивая камеру, ничего такого в принципе не будет у меня интересного. В офис надо свои заказы забрать, потом, ну, очень у меня много заказов, причем классные, такие новогодние пришли, тоже буду снимать видео. Мне что-то в последнее время на канале Faberlic исключительно только заказы, я как-то обзоры не снимаю, но много покупок и на все времени не хватает, вот, скажем так. Все упирается всегда во время. И еще заеду в Фикс Прайс, там и кое-что нужно докупить, найти. Что еще, домой мне надо заехать, взять новогодние игрушки, чтобы украсить квартиру. Еще встретиться нужно там с Андреем, с одним человечком. Вот дать ему пробнички понюхать. И вроде бы все, девчонки, вроде бы ничего не забыла. Надеюсь, все успею я. Хотя время уже, вот я, наверное, поеду, сейчас буду кушать креветками. Приеду уже затемно, как бы не в 10 часов. Но хотя бы мне посветло выбраться отсюда. Смотрите, сколько людей. Вообще красота. Вот, так что вот так вот буду собираться, кушать, смотреть какой-нибудь фильм. Там этот идет, как его? Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс. Вот, буду смотреть. Люблю все связанное с Шерлоком Холмсом. Буду смотреть и все. И собираться по делам. А тем временем у нас уже креветки готовы. Немножко свернули сливки, но ничего страшного. От этого они вкуснее быть не перестанут. Все, буду подчивать себя.